Всем привет! Я много раз думала, что же мне сделать, чтобы поместились вот эти вот все таблетки у меня, которые здесь вот лежат у меня в этих ячейках, например, да? Затем, например, я купила такие вот печеньки. Да, мне их положить. Я ж не буду ставить коробку здесь на столе, как-то оно не эстетично смотрится. Думала, думала и придумала. Сделала вот такой вот органайзер. Но это еще не полностью весь. Я обклеила вот таких вот 4 вот чашечки. Вот они у меня. 4 чашечки. Это лотки от помидор. Вот они. Ну, здесь так мне как не важно. Я здесь ничем не заклеивала. Можете заклеить. Сделала из воздушных петель вот такую вот косичку. Если у кого-то есть какая-то веревка, бечевка, можно ей обклеить. Просто у меня не было, поэтому я сделала такие вот себе косички. Дальше. Это мы сейчас будем все собирать. Сделала вот такие вот тубы. Это с таблеток. Сейчас я покажу, каких. С вот таких вот антигриппина. Вот такие вот штуки. Можно там какие-то витамины, может быть, у вас там есть. Только тубы, чтобы были одинаковые. Вот примерно, чтобы они были одинаковыми. Так, ну приступаем. Клеевым пистолетом мы сейчас с вами найдем серединку. И приклеим вот таким вот образом, толстым таким вот слоем. Мы с вами будем сейчас приклеивать первую нашу стеночку посередине. И так мы должны обклеить все наши столбики. Получится у нас такая вот как бы вазочка. Так. И также опять наверх мы будем клеить. Вот таким вот образом. Тоже толстый слой нам клея сюда. Сейчас мы его включим еще. И стараемся посерединке. Наверное, я даже сейчас встану, приклею. Вот, девочки, мальчики, какой у нас получился органайзер. Тут я сделала такую вот как бы шишечку. Мы ложим вот таким вот образом печеньки. Вот так вот. Смотрите, все в одном месте. Поставили на край стола, и все лежит. Сюда мы положим таблеточки. Можно даже, которые мы сейчас принимаем. Там сюда, например, вот это положить. Какой-нибудь там мазь, я не знаю. Ну, то, что вам надо в первую очередь. Там, например, конфетки. Вот такой вот органайзер. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.